Всем доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о том, как переключить канал Dev на канал Beta в Windows 11. Заходим в параметры, центр обновлений Windows, программа предварительной оценки Windows. Нажимаем вот сюда, выберите параметры программы предварительной оценки и выбираем бета-канал. Перезагружаем компьютер и все. У нас будет выбран канал бета. Но это если вы включали канал dev обычным способом. Если вы его включали правкой реестра, делаете все в реестре обратно, как было. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч.